Друзья, а сейчас мы будем выполнять упражнение «Коктейль радости». Наш мозг, он не понимает, когда мы что-то делаем специально, осознанно или нет. И самое главное, что мы сейчас будем наполняться энергией, добром, радостью, смехом, энергией, успехом. Итак, что мы будем делать? У нас два бокала. В один бокал мы будем собирать, помогайте, что? Все самое лучшее. Здоровье, счастье, успех, радость, любовь, изобилие, процветание, молодость, красоту. Все самое лучшее. Вот такой вот у нас классный бокал. А в другой бокал мы набираем радугу счастья. Радуга – это Божья улыбка. И сейчас вот этих два замечательных коктейля мы будем смешивать. На четыре счета будем смешивать, на четыре счета потом будем взбалтывать и выпивать, и наполняться радостью, энергией, чтобы светиться изнутри. Итак, приготовились, руки в стороны. Начали. Здорово. А теперь у нас два таких маленьких наперточка. И мы немножко вот с ними поиграем. И на букву. И смешиваем. И смеется на букву И. А теперь мы берем два бочонка, и у нас много тут счастья, радуги, много всего самого доброго, самого лучшего. И приготовились, перемешиваем. И пьем. На букву О. Смотрим, у нас еще осталось. Давайте на себя остатки сладкие, на себя и на друг друга. Приготовились, смешиваем. И... делимся счастьем, делимся радостью. И приготовили ладошки, нашу считалочку. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Yes! Хорошо? Хорошо, да, добрый день, лучший день, да, миру мир, миру мир, да, молодцы,